По словам Алексея Черненко, обращение о нарушениях поступало крайне мало, как в день проведения голосования, так и уже после закрытия избирательных участков. Как отметил губернатор, это еще одно доказательство того, что выборы президента страны прошли честно и открыто. Я хочу сказать спасибо вам и избирательной комиссии нашего края за активную очень работу, за бессонную работу, за объективный подход. Сегодня не только я, но и наблюдатели, которые были в количестве 15 тысяч в нашем крае, и наблюдатели из Европы, они отмечают очень высокий уровень проведения выборов президента Российской Федерации. Это, наверное, самое главное и объективная оценка. Для нас принципиально важно, чтобы никто не сомневался в результатах выборов, чтобы никто не мог упрекнуть президента России и, конечно, нас, власти, в нелегитимности выборов. Вы абсолютно правы, и юридическим подтверждением это вот передо мной протокол избирательной комиссии края, подписанный в 11 часов 27 минут, где все члены избирательной комиссии, они представляют все парламентские партии, общественные организации, единогласно подтвердили и утвердили результаты голосования, подтвердили, что они прошли законно, прозрачно, в строгом соответствии с требованиями закона. И действительно, явка рекордная не только для края последних лет, она рекордная для края последнего десятилетия. В Южном федеральном округе Краснодарский край показал самую высокую явку и занял третье место в целом по стране. Участие в выборах приняли почти 78% кубанцев, имеющих право голоса.